У нас следующий доклад Мирослава Бабушкина «Скопа на северо-западе России». Это у нас видео доклады. Сейчас его включат. Уважаемые коллеги, добрый день, здравствуйте. К сожалению, я не смог присутствовать на конференции. Я надеюсь, что она проходит очень ярко, очень позитивно, интересно. И очень надеюсь, что сессия по Скопе тоже проходит довольно-таки насыщенно и много интересных докладов. Сегодня я хочу вам показать и рассказать результаты наших исследований Скопы в России за последние 5 лет. А именно, в общем-то, те исследования, которые были проведены в 2019-2023 годах. И начнем с того, что вообще с чего все началось. Началось все с того, что в далеком 2017 году на конференции, на которой вы сейчас находитесь, по хищным птицам, она проходила там на Алтае, была организована Игорем Корякиным и Эльвирой. В общем-то, мы с коллегами пришли к выводу на заседании нашей рабочей группы по Скопе, что у нас очень мало информации в пределах российской территории. И, в общем-то, объединение тех специалистов, которые занимаются птицами, в основном касается исследований в Европе, такие, ну, серьезные исследования, конечно же, но действительно информация по Скопе в России практически отсутствует. И в узком кругу с коллегами из Эстонии, Урмасом и Гуннером, мы, в общем-то, решили, что стоит нам начать глобально заниматься Скопой. Ну, вы помните, началась пандемия с 2019-2020 года. И, в общем-то, большинство работ мы проводили своими российскими коллегами. Это, конечно же, мои коллеги Алексей Шаров, Василий Геннадьевич Пчелинцев, Урмас, Гуннер, они приезжали, мы работали в Саяно-Шушенском заповеднике. Лена Шкалова из Саяно-Шушенского заповедника, Ирина Тихина, и, конечно же, наша коллега из Испании Мария Дельгадо, которая помогала нам, скажем так, в обработке материала. А в чем вообще суть проекта? Ну, идея такая, что, в общем-то, основная информация по Скопе, она существовала по территории европейской части России, и абсолютно была непонятна ситуация Скопы в центральной части страны, в Сибири, на Дальнем Востоке. И поэтому, прежде всего, мы поставили перед собой задачу это определить современную численность Скопы. В регионах, конечно, это уже было невозможно, но хотя бы по ключевым точкам, по территориям заповедников, национальных парков мы смогли, в общем-то, сориентироваться и плюс провести мощный литературный анализ. Кроме того, определить места зимовок, миграционные коридоры, миграционные, соответственно, направления тех птиц, которые живут в России, выделить те факторы, которые негативно влияют на птиц в пределах гнездовых участков, об этом речь, к сожалению, сейчас пока не пойдет, что материал находится в анализе, и в пределах, собственно, мест зимовки и во время миграции. Мы, конечно же, помочь коллегам из заповедников национальных парков России организовать мониторинг Скопы, собственно, на их территориях. Ну и начнем с того, что, сразу забегая немножко вперед, результатом нашей деятельности стало, одним из результатов стало написание раздела по Скопе в Красную книгу Российской Федерации, и мы провели мощный анализ литературный, чтобы оценить численность распределения Скопы распространения, немножко подкорректировали ареал распространения этой птицы в России, за счет наших находок и за счет литературных описаний. Ну и нужно сказать, что за последние 5 лет, в общем-то, основные регионы исследований наши были, в общем-то, вот эти, изображенные на схеме. О большинстве из них мы сейчас поговорим. Но начнем с того, что территория, в общем-то, очень разная, определить численность глобально невозможно по стране, поэтому мы по нашим данным и по литературным источникам определили следующие показатели. Смотрите, европейская часть России не более 1400 пар, соответственно, Дальний Восток – это 1000-1200, Камчатка – 250. Однако сейчас наши исследования 2023 года говорят о том, что, возможно, там численность выше Скопы, будем дополнять. И Алтай-Саянский регион, там примерно, по данным Игоря Корякина, примерно 400, в общем-то, пар обитает. Сейчас поговорим о северо-западе России и тех интересных направлениях, которые мы там выявили. Ну, в общем-то, известно, что проводим там мониторинг уже более 15 лет. И вот здесь на карте показаны основные места, на которые мы ежегодно, практически ежегодно проверяем. Это водоемы, на которых, в общем-то, наши стационары находятся. И если вы посмотрите на динамику численности, количество активных гнезд, то есть гнезд, которые ведут размножение ежегодно,
В пределах разных водоемов они обозначены разными цветами на графике и, соответственно, линиями на графике и на карте различными схемами, ну, цветами тоже показаны. Вы увидите, что в большинстве случаев, конечно, идет увеличение численности скопы, либо ее довольно-таки стабильное такое состояние. Но, однако, в наших двух очень важных точках, это Дарвинский заповедник, вот он обозначен красным, и в Карелии Водлазерский национальный парк Водлазера, там, где в 80-х, 90-х годах довольно-таки мощные были группировки скопы, сейчас мы наблюдаем их некоторое снижение, вот красно-оранжевый график, количество киногнезд показывает, что, в общем-то, снижается. Мы стали рассуждать, в чем причина, конечно же, факторов очень много, хотя на остальных территориях, в общем-то, она относительно стабильна. И пришли, ну, понятно, посмотреть, решили в Дарвинском заповеднике, где у нас мощный стационар уже много лет, и посмотрели успешность количества птенцов, да, вылетающих из гнезд. В общем-то, в последние годы этот показатель значительно сократился. И вы видите, если посмотреть на график количество активных гнезд скопы в заповеднике в Дарвинском, за последние, в общем, ну, в общем, за последние полвека, то в последнее время мы наблюдаем некое снижение количества этих гнезд. В чем стала причина? Прежде всего, мы считаем, что причиной стало довольно-таки агрессивное взаимоотношение с капралом Белохоста. Регулярно наблюдаем конфликты, стачки, посещение гнезд орланами-белохвостами гнезд скопы. Часто орланы-белохвосты, например, разбирают гнезда скопы весной, прилетев раньше, чем скопы, просто забирают материал, устраивают сами гнезда. Плюс ко всему, было за последние 5 лет 4 факта гнездования орланы-белохвостов в гнезде скопы. То есть орланы довольно-таки агрессивно их утеснят. Ну, если посмотреть количество птенцов, летающих, да, из гнезд, то вы видите, что этот показатель для скопы, как это ни странно, в последние годы сокращается, а орлан довольно-таки стабилен во времени. И в дальнейшем мы решили просто вот так вот соотнести, конечно, может быть очень умозрительно, но, по крайней мере, очень эффективно, действительно. Если посмотреть количество, два графика соотнести, количество активных гнезд скопы орлана белохвоста, то видно, что при достижении в середине 90-х годов, в начале середины 90-х годов было максимальное количество для этого показателя, да, максимальное значение, и орлан-белохвост, то есть максимально после достижения примерно 11-12 пар гнездящихся орлан-белохвостов в заповеднике, это территория небольшая, у них есть конкуренция за территорию, как ни странно, но количество, в общем-то, занятых гнезд постепенно скопы стало сокращаться. При этом орланьих количество растет и довольно-таки стабильно в настоящее время. То есть, возможно, орлан территориально просто вытесняет скопу. Об этом мы будем чуть позже говорить. Сейчас проводим тоже интересный анализ, но, к сожалению, здесь не успели использовать. Теперь поговорим о тех территориях, которые были вновь нами обследованы или впервые вообще обследованы в пределах Российской Федерации. Это, прежде всего, очень интересная территория Саяно-Шушенский заповедник. Многие коллеги там работали, там работают наши коллеги, которые уже с 2012 года, скажем так, проверяют известные гнезда. И, как видите, численность довольно-таки стабильная, от 8 до 12 активных гнезд, и, ну, активных и занятых гнезд, да, птицами. То есть, в принципе, довольно-таки все стабильно. Однако, коллеги отмечают, что очень часто происходит смена. То есть, грубо говоря, улетают обе птицы, возвращается одна птица. Потом птица отдыхает, ну, то есть сезон гнезда не занимается парой скоп. На следующий год партнеры формируются новые. То есть происходит как бы смена партнеров. И это, в общем-то, по косвенным признакам хорошо видно. Это нас натолкнуло на мысль о том, что птицы могут гибнуть. И, собственно, одной из идей нашего проекта было выяснение мест и причин гибели птиц. И для этого мы, в общем-то, организовали с коллегами из Эстонии экспедицию и пометили двух птиц с трекерами, самца и самку взрослых из одной пары. И, в общем-то, мы получили интересные треки. К сожалению, обе птицы погибли рано или поздно, это случается. И если посмотреть эти треки, посмотрите, птицы, в общем-то, зимовали в Индии. Однако в процессе миграции эти птицы нам позволили, ну, вообще анализ их треков позволил выявить новое узкое место на осеннем миграционном маршруте хищных птиц через горную систему Каракорум. Это примерно участок 200 километров между верховьями рек Шимшал и Набра. То есть, в принципе, здесь вот треки других птиц, которые предоставлены Игорем Корякиным, да, показывают, что действительно это географически очень такое важное место, где птицы могут пересекать этот хребет. Ну и, конечно, скопы помогли, наши скопы из Саяно-Шушенского заповедника помогли эту территорию выявить. Но, к сожалению, самец погиб в первую зиму в 2019 году.
Так получилось, что он был, скорее всего, травмирован по всем, ну, по анализу информации, да, был травмирован на ветряке, вот посмотрите, цифра 1 показан. Вот цифра 2 – это место гибели птицы. То есть он некоторое время находился в контузии, сидел на земле, судя по всему, после того, как пролетел рядом с ветряком, и в дальнейшем попал, сел на электропровода и погиб. Вот коллеги съездили, нашли передатчик. Дистанция миграционная, место зимовки до гнезда 4300 метров. А, в общем-то, мы привлекли очень мощную такую, провели кампанию информационную в газетах Индии. Эту информацию всячески распространяли. В общем-то, коллеги говорят, что был эффект. Даже говорили, что планировали сокращать количество времени работающих, когда эти ветряки работают в период миграции и зимовок. Но, по крайней мере, к сожалению, самец погиб. Самка Усина, мы ее назвали, она, в общем-то, мигрировала значительно ближе, на севере Индии. В общем-то, держалась, и 4,5 тысяч километров. Вот ее даже удалось там отфотографировать, хорошо она нам попалась, но, к сожалению, после второй зимовки, да, она вернулась, нашла себе партнера, загнездилась, снова слетала на зимовку, и в дальнейшем, возвращаясь уже весной, она погибла на прудах в Китае. То есть птица попала в сеть и была убита. То есть, к сожалению, обе птицы погибли по вине человека. Значит, теперь поговорим о Магаданском заповеднике. Это новая для нас территория, на которой тоже коллеги, в общем-то, проводили такие попутные исследования. Нужно сказать, что мы сразу же нашли 14 гнезд копы. Коллеги на тот момент знали всего там несколько гнезд. В общем-то, мы гнезда с копы нашли, организовали 3 экспедиции. И благодаря анализу, в общем-то, данных орнитолога, который там работал долгие годы, мы поняли, что, в принципе, там численность невысокая. При довольно-таки, ну, обильном количестве самых низовых построек, их занятость была очень низкой. Ну, вы видите, не более, в 2000-е годы, в общем-то, одна-две пары там стабильно размножались. Вот мы, когда начали работать в 2020-2021 году, там размножались 6-7 пар. В общем-то, стабильная относительно численность последние годы, но опять же, было интересно посмотреть миграционные потоки, направление движения. Мы пометили двух молодых птиц из одного гнезда, слетков из одного гнезда. И они нам дали вот такую интересную картинку. То есть одна, в общем-то, эти птицы, они мигрировали довольно-таки сходными путями, зимовали в Малайзии, в общем-то, и дистанция 6700-7400 километров. То есть птицы, в принципе, на большую дистанцию ушли, так как это молодые птицы, для лескопы это характерно, они, в общем-то, первую зиму проводили на местах зимовок. Вот. И, в принципе, в дальнейшем вот птицы стали возвращаться весной, и треки мы не получили. Они, вероятно, через год зимовки и проведения на местах зимовок, они стали возвращаться в гнездовой и свой участок, и не родились, но вот треки у нас пока оборвались. Следующая, это очень интересная экспедиция на Камчатку. В общем-то, в 23-м году мы провели 2 экспедиции зимнюю и нашли всего 3 гнезда зимой с копы на территории Крановского заповедника. И затем летняя экспедиция, она была не очень длинная, всего лишь 10 дней, и за 10 дней удалось найти 42 гнезда с копы. Из них 16 было активных, и 15 еще были заняты птицами. То есть, в принципе, очень высокий процент занятости. И вот видите, даже такие микроколонии формируют птицы. И если посмотреть на карту, желтыми точками показаны гнезда известные с копы, и очевидно, что скопа занимает центральную часть Камчатки и долины рек. И опять же, там, где идет эта опора ЛЭП, то есть географически и по типу растительности, там не на всех деревьях скопа может строить гнезда, вот она избирает такие искусственные платформы. Вот так выглядит эта картинка. Довольно-таки интересные результаты. Были интересные результаты, например, посмотрите, 7 августа 2023 года. В 2 гнездах в это время мы находили кладку. Что это? Повторная кладка, либо же это реально поздние такие кладки, для них характерно. Можно сказать, что, скорее всего, скопа подстраивается под нерест рыбы, которая идет в августе. Будем исследовать. Также мы поставили на двух птиц передатчики взрослых самцов и самок. Сейчас самка начала миграцию, самец пока еще находится на старте. Что нужно вообще сказать? На самом деле за последние, в общем-то, 5 лет мы пометили 16 гнезд копы. Я практически не трогаю птиц и их перемещение, потому что это тема для отдельного доклада. Смотрите, вот это все треки от наших птиц, которые помечены, 16 птичек. И 10 были помечены в европейской части России, в Магадане 2, на Камчатке 2, ну и в Саяно-Шушенском заповеднике 2, две птицы. И, в общем-то, при таком количестве 16 птиц, как оказалось, из них 38%, в общем-то, помечен птиц, погибли по тем или иным причинам. Ну, посмотрите, в таблице хорошо
думаю, проиллюстрировано, каковы причины. От удара током погибла одна птица в Саудовской Аравии на ветряке, на ветряной мельнице, да, погибли в Индии птица наш, сержик. От стрельбы охотника на гнездовом участке погибли в России один слеток. Две птицы погибли в рыбных сетях в Китае и в Азербайджане. И одна птица, очень интересный такой факт, гибель в результате удара о вышку мобильной связи. Тоже возле гнезда неподалеку птица столкнулась с вышкой в туманную погоду. То есть такой своеобразный несчастный случай, но вот он тоже зафиксировал. То есть, в принципе, 38% птиц помеченных погибли по вине человека. Это очень ужасно. Но не хочется заканчивать на плохом, на грустном. Есть интересные факты, скопы продолжают удивлять. И посмотрите, это один из рекордсменов наших. Это птица, которая была мной помечена на Онежском озере, на берегу Онежского озера. И встречена уже несколько раз на протяжении 3 лет. Эту птицу отмечают возле Кейптауна на юге Африки. Дистанция составляет 10 550 километров. Вот он птенцом, вот эта птичка характерная. Мы с коллегами, с бердвотчерами, в общем-то, взаимодействуем. Они периодически пишут небольшие заметки об этой птице. То есть скопы, несмотря ни на что, они живут, они существуют, и нам есть чему у них учиться. Птицы не знают границ, и птицы вне политики. Надеюсь, мы с вами также. И я очень надеюсь, что ваша конференция будет очень насыщенной, интересной, экспедиционная поездка будет. И я очень рад всех приветствовать еще раз и желаю всего доброго, всего хорошего. Спасибо за ваше внимание. До свидания.